Ну, думаю, что мы сначала контролировали игру в первом тайме и контролировали мяч. А такое была наша идея тоже, чтобы больше контроля было в этой игре. Забили, могу сказать, удачно после этого пенальти. Чуть-чуть тогда игра раскрылась, и у нас было больше возможностей и атаковать, и контратаковать. Второй гол тоже вовремя забили. После этого было гораздо легче играть. И думаю, что сегодня мы вообще заслуженно выиграли. И хочу поздравить игроков, вообще молодцы. Нормально всех этих болельщиков, которые были по такой вообще плохой погоде. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Адрак, мы привыкли, что в Самаре по весне очень тяжелый поле, всегда даже матчи переносятся домашние. Сегодня как оцените его? По полю я могу сказать, было не хуже Локомотиве, значит, поле было хорошего качества, позволяло нормально играть. И вы сами видели, что да, было скользко, но мы могли играть в футбол, и думаю, что ребята это и сделали. Еще, пожалуйста. Были проблемы с результативностью, а сейчас после зимней паузы 6 мячей в 2 матчах. Как это оцениваете? Это хорошая подготовка была в предсезонке или нашли общий язык с командой? Ну, я не думаю, что была лучшая подготовка, чем была с тренером, который вот работал раньше, но вообще сейчас, думаю, лучший исполнитель, и поэтому больше забиваем. Просто команда променялась, пришли игроки, которые могут играть хороший техничный футбол. Это просто поэтому. Хочу вас в первую очередь поздравить с победой. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот именно на данный момент, как вы оцениваете игру новеньких игроков в команде? Ну, думаю, что вообще они нас здорово усилили, и я думаю, что мы будем играть гораздо лучше. Не будем, может быть, так результативно, а что касается качества игры, я думаю, что мы можем и все улучшить.